Началась подготовка к соревнованиям «Лыжня в Вяльбе». На лыжной трассе работает специализированная техника. Приступили к подготовке лыжной трассы на Черемушках к проведению соревнований «Лыжня в Вяльбе». Ежегодным традиционным состоятся они 17 апреля. Думаю, к 17 апрелю все будет готово. Благодаря технике, предоставленной Русской горнолыжной школой, администрацией. К соревнованиям также подготавливают развлекательные мероприятия для участников. Это соревнование является ежегодным событием. В этом году оно состоится 17 апреля. Любовь Голембиевская, Илья Пачин, Магаданское время.